понедельник, 4 ноября, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Туркестан. В ходе визита ему презентовали проекты по созданию археологического парка городища Культубе и строительству парка первого президента, а также парка аттракционов. Также Елбасы ознакомился с планами по созданию линейного парка и реконструкции Арбата. После этого Назарбаев побывал на концерте, где выступил с речью. С момента обретения независимости я рассматривал Туркестан в качестве новой столицы. Но тогда, вы все знаете, ситуация не позволяла. Теперь Туркестан – областной центр, и у нас есть возможность возродить духовный центр. Бывший президент отметил, что Туркестану издавна отводилась особая роль. Нурсултан Назарбаев рассказал, что много лет назад, еще во время обсуждения празднования 1500-летия Туркестана, он предложил присвоить городу статус областного центра. У Туркестана особая роль. Здесь планируется возвести 175 объектов. Из них 102 заработают уже в этом году. Вы сами можете убедиться, каким ударными темпами ведется строительство. К этому я привлек все регионы. В будущем Туркестан станет красивым городом. Сейчас население здесь 175 тысяч человек. В скором времени оно достигнет полумиллиона, я думаю. Здесь появятся и парки, и дороги. Туркестан имеет выгодное местоположение. Здесь находится коридор, ведущий из Китая в Европу. Здесь есть железная дорога. Туркестан станет еще одним прекрасным городом, историческим центром независимого Казахстана. Елбасы заверил, что после завершения строительства главных объектов в областном центре количество туристов, посещающих город, увеличится. Назарбаев пообещал туркестанцам, что в следующем году приедет на празднование второй годовщины образования Туркестанской области.